Максима Эквиспорт не устает удивлять своих гостей и спортсменов как высококлассными турнирами, так и не менее классными вечеринками. Мы знаем, как вы любите традиционные райдерс-пати клуба. И нам приятно придумывать для вас все новые и новые программы. Ваши улыбки, смех и отличное настроение – это лучшая награда для нас. Пусть осень уже вступила в свои законные права, это нисколько не помешало нам провести для вас настоящий бразильский карнавал. Тема Бразилии вообще стала лейтмотивом прошедшего уикенда. Мы провели домашние Олимпийские игры по выездке, и горячая райдерс-пати стала логичным завершением летнего сезона. Вечеринка только начинается, мы надеемся, что будет еще веселее, но пока неплохо, пока только то, что мы увидели, уже неплохо. Как всегда, мы начали с сытного ужина. Жареный баран уже давно стал еще одной визитной карточкой наших вечеринок. Накормив гостей досыта и угостив их коктейлями, линдвейном и другими напитками, мы начали развлекательную часть. Ведущий Андрей не уставал придумывать конкурсы для всех возрастов. Без подарков, конечно, не остался никто. Мы в Максима не в первый раз. Здесь очень классно организовано мероприятие. Нам очень нравится. Здесь классные конкурсы и неплохие подарки. Сегодня было красочное шоу, и все очень понравилось. Спасибо. Дальше в разгар вечера под зажигательные бразильские ритмы в предманежнике появились танцовщицы. В настоящих ярких карнавальных костюмах. Девушки зажгли всех присутствующих своими соблазнительными танцами, блестящими нарядами, ну и, конечно же, очаровательными улыбками. Эмоции только положительные, потому что мне тут очень понравилось. Тут хороший грунт, очень удобные деньги. Вот, и тут очень весело, все тебя развлекают и кормят. В общем, я в восторге от Maxima Stables. Неизменный атрибут райдерс-пати в Maxima Stables – живая музыка. В этот раз гости наслаждались песнями в исполнении певицы Дарины. И еще одного нашего ведущего – Максима. Ну, здесь очень круто, очень весело. Одно удовольствие находиться здесь, выступать. Здесь просто очаровательная совершенно публика. Лошади, много лошадей, куча всяких вот этих вот, как они называются, манежей. Мне очень понравилось, так что все сюда, все в Максима парк. Весь вечер необычную атмосферу создавали прекрасные загадочные мимы. Ребята демонстрировали мастерство пантомимы и пластики тела. Им прекрасно удавалось рассказывать целые истории без единого слова. Мы сегодня Maxima Stables, нам здесь классно, весело, прикольная обстановка. Мы очень рады. Публика живая, активная, можно очень хорошо, весело, все время. Мы рады. Спасибо всем, кто пришел на райдерс-пати «Бразильский карнавал» и провел этот праздник вместе с нами. Наступили холода, а это значит, что все вечеринки клуба вновь переносятся в предманежник Гранд-Манежа. Всегда ждем вас на стартах и райдерс-пати в Maxima Stables. Приезжайте, у нас всегда очень весело и вкусно.